Так, ребятки, вот эту дверь мне надо поменять. Стоит она уже у нас, я уже забыл сколько. В старом доме стояла. Ну, 20 лет это... Нет, больше. Лет 25 этой двери. Пора бы ее поменять. Вставлять буду вот эту дверь. Сейчас мы ее меряем. Мне поверх коробки не хватало. А на боковые есть от старой коробки. Я их зашлифую. Давай. Сделал, выбрал я четверть. Вот видите, как получилось. Вот с этой двери я буду, вернее, с этой коробки буду брать боковину одну и вторую, а верхнюю вот сейчас я делал, вы видели. Ну что, дверь снята, которую я вам показывал. Сейчас надо снять коробку. Ага. Дверь, видите, вырвал проем.
Или не проем, а коробку. Смотрите, у меня какой сэндвич. Вот это вот кирпичная кладка 52 сантиметра, плюс примерно 3 сантиметра штукатурка, плюс 3 сантиметра утеплитель, и по сетке опять штукатурка. Коробку я вставил, пришлось ее снять, подрезать на 4 сантиметра, потому что проем оказался маловатый, но так вот мерил. Теперь мне нужно подрезать полотно, тоже на 4,5 сантиметра. Пришло время навесов, на улице холодно, поэтому буду делать на месте. Навесы навесил на дверной коробке. Навесы навесил на дверном полотне. Дверь стоит. Как видите, все подогнал. Но еще нужен защелку и ручку. Ручка установлена, подогнана, декоративные накладки. Дверь установлена, но далеко еще с ней работа не закончена. Лента вот такая резиновая утеплительная. Я ее буду вставить вот именно сюда, не на вот эту плоскость, вот, к которой она заходит, потому что она будет ее сдвигать, а именно на ту плоскость, которую она будет прижимать. Вырезал вот такую вот фанерку. Здесь вот устроил каркас. Сначала сделал 1, 2, 3, 4. А потом что-то подумал. Тут же перепад температуры. На улице может и минус 40 быть. А здесь плюс 20, 60 градусов. То есть фанера не очень хорошего качества. Ее может выгнуть. Поэтому почаще сделал обрешетку. Сейчас сюда буду стекловато укладывать. Эта сторона сделана, верх пока еще не сделан. Видите, делаю эту сторону. У нас сегодня 8 ноября. Я сколько живу, вот такого 8 ноября еще не видел. Смотрите, какое солнышко.
Как тепло на улице. Плюс 10 сейчас. Сейчас я утепляю. Видите, что придумал? Придумал я вот такую вещь. Так, вот так вот у меня получилось. Видите, встроил сюда пенопласт. Двоечку, два слоя. И вокруг это все дело запенил. То есть вот такой у меня получился толстенный сэндвич. Кроме двери, решил утеплить еще вот эти вот ручки. Видите, заделал здесь пенопластом. Так, видите, снял, залил и сейчас буду устанавливать. Обшил я и эту сторону, то есть вот это у меня шпатлевка. Эта сторона обшита, утеплена. Здесь тоже утеплено, обшито. И сейчас сохнет, пока ручки отсюда тянет очень хорошо. Я вам просто показываю. Наступил черед верха, то есть бока заделаны, на улице уже минус 15, но все некогда, да не досуг, но вот так и дотянул до минус 15. Соорудил я каркас, вот это поперечный, а вот это у меня как бы монтажное, чтобы серединку сделать ровно. Все запенил, но не все, под брусками сейчас они высохнут. Прошло больше, чем полдня. Не знаю, пена под этим пластиком высохла. Ой, пластиком. Под этим щитом высохла или нет, потому что на улице минус 15. Ночью было минус 22. Нет, все подсохло. Все четко вровень. Пена там оттуда поддавила. По толщине немного не подходило, пришлось мне миллиметров 5 по всей плоскости снять ножовкой. Вот так вот получилось. Ну, вроде бы засохло, несмотря на мороз. Так. Так.
Дверь установлена, утеплена. Раньше, то есть, когда было две двери, но не было вот этого утепления, не было порога, не было резинок, которые я вот здесь вот наклеил. Значит, в любую погоду, даже в теплую, если дул ветер, здесь уже было холодно. Единственное, сейчас еще облагородить ее нужно будет. Ну, сейчас мы этим займемся. Ну все, дверь вставлена, обналичка прикручена, штукатурка сделана. Смотрите, какая она. Ну, дверью мы уже пользуемся. Вот покажу здесь внутри. Видите, все очень тепло. Не промерзает. Были морозы до 25. Никаких тут промерзаний нет. Значит, сделали уплотнительные резинки. Вверху не понадобилось, а здесь вот, где небольшие щели. Ну, чтобы холод не проходил. Закрывается. Смотрите, щелк. И все. Как иномарка. Ну, вот так. Вот результат нашей работы.